Добро пожаловать в группу под названием Best Battle Simulator. С вами Калдреди, в этой серии мы узнаем, кто же сильнее, фениксы, либо же драконы. С левой стороны у нас будут фениксы, они будут белые. С правой стороны будет черная команда. И начнем мы с драконов. Начинаем. Так, кто побеждает? Пока непонятно. О-о-о-о. Он, кажется, подпалил дракона, и дракон... Дракон погибает. Побеждают фениксы. Белая команда. Хорошо, давайте теперь проверим. Три феникса против троих драконов. Погнали. Фениксы это белые. Драконы черные. Но их уже подпалили. Минус один. А, ну тут все понятно. Побеждает белая команда. Опять побеждают фениксы. Очень странно, но почему? Вроде бы дракон не повержен. У этого, конечно, горит спина. Этот весь почернел тоже. Весь горит, нету хвоста. Но этот-то дракон целый. Это очень странно. Почему? Почему они проиграли? Следующая битва. 10 фениксов против 10 драконов. Смотрим на эту эпическую бойню. Черные или красные победят? По-моему, белые должны победить. Фениксы, мне кажется, посильнее будут. Дракон еще живой, но он горит. Он горит, у него быстрый КП проходит. Да, понятное дело, что фениксы побеждают. Белая команда win. Да, тут все очевидно. Слушай, ну фениксы выглядят довольно-таки шикарно. Один феникс против троих мегалодонов. Кто сильнее? Вау, жестко. А все, что ли? А почему так быстро? О, мегалодоны победили, интересно. Хорошо, тогда два феникса и три мегалодона. Вау, жесткое сопротивление. Неужели мегалодоны сильнее? Походу дела действительно мегалодоны сильнее. Блин, ну как же круто сделан феникс, мне нравится. Он такой горячий, он такой весь красненький, весь пылает. Но черные, конечно же, побеждают. Неужели мегалодоны настолько брутальны? Давайте проверим. 3 против 3. Не, ну они сразу взрываются просто. Тут, конечно, все горит, рыбка попахивает. О, боже мой. Жестко. И опять мегалодоны сильнее? Мегалодоны реально сильнее. Боже мой, какие страшные зубы. Вы посмотрите на это. Ой-ой. Слушай, а давай можно в пасть залезть. Ё-моё. Как будто бы меня съели. А, выглядит довольно-таки забавно. Ну-ка. Так, прикольно. Так, ну погнали дальше. Давайте проверим три феникса против шестерых спинозаурусов. Ну-ка. Оу. Они сразу подпалили их. Мне кажется, минус один феникс. Я так полагаю, фениксы не такие, они уж и сильные. Они очень быстро погибают. Они быстро, видимо, сгорают. Ну, блин, а летают они прикольно. Все, кажется, победа. Да, на этот раз все-таки птички побеждают. Птички молодцы. А что насчет 10 тирексов? Давайте поглядим. Воу-воу, ну они сразу нападают. Тирексы довольно-таки сильные, их много, это их не преимущество. Бегают, ой. Подгорают они, конечно, подгорают. Может, все-таки они проиграют. О, фига себе, они взрываются. Последний остался феникс. И динозаврик Тирекс еще живой. Да, кажется, Тирекс победил. Да, определенно. А, черная команда победила. Боже мой, какие у него острые зубы. Черная команда побеждает. А что вы скажете насчет 15 брахиозавров? Боже мой, у них такие большие шеи. Такие длинные шеи. Но они прям подгорают. Я не знаю, как они их будут бить. Им нужно шеи свои, что ли, бить? Пока непонятно, кто побеждает. Но, по-моему, фениксы побеждают. Капец, они взрываются. Это очень страшно. О, это органы их. Да, ну определенно, нет. Брахиозавр, к сожалению, погибнут. У них, мне кажется, дамага мало.
Бедненький последний остался. А почему? Неужели он проиграл? Я не понимаю, почему он проиграл, если у него открыты глаза. А, вот посмотрите. Очень странно, у него шея, конечно. А, так. Немножко вылезла текстурка. Смотрится забавно. Ну, фениксы побеждают. Фениксы молодцы. Красавчики, горячие птицы. 20 трицерапторсов против троих фениксов. Посмотрим. Бедные красавчики. Так, им нужно держаться вместе. Они ничего не могут сделать птицам, потому что они летающие. Они постоянно в воздухе, поэтому их сложно уронить. Птички немножечко потихонечку клюют их. Довольно-таки легко побеждают, да-да-да. Кажется, минус один феникс упал. Это конец. Кто еще остался в живых? Да, фениксы определенно побеждают. И улетают куда-то вверх. Но смотрится это очень, очень прикольно, мне нравится. Красивенько так смотрится. Это будет очень необычно. Вы думаете, это какие-то балки или что-то еще? Нет, ребят, это большие, большие змеи. Давайте посмотрим. Поползли. Боже мой. Капец, это эпично смотрится. Укусила, по-моему, змея одного из фениксов. А феникс... Ну, здесь фениксы все-таки проиграли, да. А черная команда побеждает. Хорошо, давайте поставим 5 драконов и посмотрим, что будет. Они тоже убегают их. Воу. Не, ну змеи классные, по-моему. Да, ребят, змеи побеждают, капец. Это змеи, это сила, мне нравится, как они сражаются. Предлагаю объединить усилия и поставить троих фениксов и троих драконов. Посмотрим, что будет против змей. Так, нападение есть первое. Но тут, возможно, непонятно. Победят ее. Нифига себе, змеи подпрыгивают. Боже мой, как это очень эпично выглядит. А его кусает за хвост. Но все-таки змеи проиграли, да? Да, на этот раз змеи проигрывают. Окей, интересно. Так, можем, допустим, здесь обнулить и что-нибудь еще поставить, что у нас тут есть. О, ну-ка. Можно вообще всех по видам, да, взять. Просто какие-то маленькие, смотрите, боже мой. Их даже не видно. Давайте я приближу, вот такие маленькие малявки. Не, ну я не знаю, сколько их надо. Спамнить. Допустим, я не знаю, сотня. Да, их надо очень много. Попробуем поставить 200. Ой. Ой, у меня все лагает. Все нормально. Капец, они мелкие. Воу. Они очень мелкие. У меня же ФПС-ка просела. Но они очень быстрые. Они хоть маленькие, но они очень быстрые. И кажется, сейчас скоро убьют всех. Они просто своим весом их убивают. Какая-то, блин, жесть. Мне кажется, мелочь победит. Да, они уже одного убили. И сейчас этого покусают. Их очень много. Ой-ой-ой, молодцы, да. Закрывали. Последний остался. Сколько их? Мы лучше... Боже мой, фига себе она испугала. Так, аккуратнее, малышня. А, их очень мало. Да, сейчас это конец. Беги. Да, все, все-таки. Все-таки побеждает наша огненная птица. Но это было сложно, плюс ФПС пропадала. Ну и как много корма осталось. А, минус 2 феникса и куча кишочков, если посмотреть. Даже огонь слышится. Неплохо. Слушай, ну я думаю, на этом можно попрощаться. Надеюсь, вам понравилось видео. Поставь лайк, напиши какой-нибудь комментарий. Также знаю, что у меня есть второй канал, называется The Alex Play.
Я там снимаю кооперативные прохождения, всякие хорроры. Я думаю, тебе понравится. Просто напиши на ютубе Alex Play, полное его название The Alex Play. И ты там найдешь кучу интересного контента. Я там снимаю игры на ПК. В общем, жду тебя там. Тебе обязательно, по-любому, 100% понравится. Ну и также на Дариди подпишись. Это мой основной канал. Тут тоже выходят классные видеоролики. Всем пока, до новых встреч.